Всего минувшей ночью на очистку магистральных дорог задействовали более 80 единиц спецтехники и бригаду рабочих. Основные силы брошены на уборку дорог первостепенной значимости – тротуаров и остановок. Метель создала определенные сложности. Из-за сильного порывистого ветра результаты работы дорожников заметало буквально на глазах. Практически бесполезной оказалась нанесенная на дороге песчано-соляная смесь. Ветер сметал ее с проезжей и тротуарной части. Центральных дорог задействовали более 80 единиц. Минувшей ночью на очистку магистрали спецтехники и бригаду брошены на уборку дорог первостепенной.